Всем привет! В столице разработают проект планировки новой набережной Москвы-реки. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и подробнее расскажу прямо сейчас. Как сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на данные пресс-службы «Москомстройинвеста», проект предусматривает планировку территории набережной Москвы-реки от железнодорожного моста Курского направления железной дороги до Братеевского каскадного парка. Проект будет разработан на средства городского бюджета. Планируемая площадь проекта планировки территории составит около 15 гектар. Набережная станет продолжением зеленого маршрута от парка Братеевская пойма до каскадного парка. На этом пока все. Больше новостей из жизни столицы ищите на сайте mymsk.online. До скорого!